Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 1 год, кличка Драгон. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. В нашем видео также принимают участие наши котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. По команде «Гуляй» собака должна гулять. В это время можно поиграть с собачкой, заодно подготовиться к очередной отработке команды «Ко мне». Ко мне. Хорошо, ко мне. Ко мне. По команде «Ко мне» собака хорошо, должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, рядом. Дали лакомство. На первом хорошо. Этапе отработайте команду рядом. Команда рядом хорошо, дисциплинирует рядом. Собаку. Хорошо, по команде рядом, рядом собака должна находиться хорошо. С левой стороны. Хорошо, рядом. Хорошо. При остановке сесть с левой рядом. Стороны. Хорошо. Команда рядом подается при начале рядом. Движений, поворотах, хорошо, остановках, рядом. Разворотах хорошо, подается рядом. Команда рядом. Рядом. То есть недельку-две поводите хорошо. Собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время, выдержку и расстояние также будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние чин-часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо, сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время, выдержку и расстояние также будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды хорошо. Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Хорошо, дорогой. Рядом. Хорошо. Хорошо. Молодцы, ребята. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собачку. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом, хорошо, хорошо, рядом, хорошо. Рядом, хорошо, дорогой, хорошо, рядом. Рядом, хорошо. Рядом, хорошо. После того, как провели рядом. Дрессировку, дайте собаке разгрузку. Хорошо. Для собаки самая любимая команда – это команда «Гуляй». Гуляй. В это время гуляй, можно гуляй. Поиграть с собачкой, заодно подготовиться гуляй, к очередной отработке гуляй, команды «Ко мне». Ко мне. По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили рядом. Команду, огладили, хорошо. Дали лакомство. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода немецкая овчарка, возраст 1 год, кличка Драгон, свою работу окончила. В нашем видео также принимали участие наши модели-котики. Коты являются сильнейшими раздражителями для собак. В нашей школе это фишка. Кинь лакомство котикам. То есть котики подбирают лакомство, а Драгон выполняет команду места. Молодцы, ребята! Драгон! Молодцы!